В жизни бывают моменты, что хочется кричать, что хочется бежать, но куда? Ведь от самого себя не убежишь, и ничего не изменишь ту жизнь, в которой ты живешь. И приходится идти по двум путям, либо смириться и ходить вечно в розовых очках, либо бороться до конца, но только стену не проломишь и судьбу свою не изменишь.